Привет, друзья! Сегодня у нас, как обычно, плановый поход в тир. У нас сегодня три егеря и леший. Егеря все прямоточные, все будут отстреляны на пуле 3,65 грамма на 50 метров. Это, значит, складной карабин и две колбы-булки абсолютно одинаковые. Здесь стоит колба LCF 7, прицел Discovery VT2 4,5 на 18, вот, на дюймовых кольцах. Ну и, соответственно, будем стрелять. Лешего я попозже покажу на пуле Heights 1.72 GSB. Также он под них у нас подвергся настройке. Не очень. С этой винтовкой мы должны будем еще поработать, пока ее в сторону отложим. Так, это у нас Bullpup с колбой L-Safe композит с очень классным темным орехом. Прицел Маркул 3.18 на 50 FFP. Вот. И также сейчас мы его на полтинничек стрельнем. Не будет лучше-то. Так, ну, откладываем его в сторону. Здесь Bullpup с колбой тоже с очень красивым орехом. Прицел Маркул 2.12 на 44, компактный. Обычно мы их рекомендуем ставить как раз на леших. Достаточно приличная кратность. Вот, но, тем не менее, короткий удобный корпус. Но для Bullpup, как мы видим, он тоже очень, очень даже неплохо смотрится. И удобен. Конечно, после 18-кратника я могу сказать, что я в мишени ничего не вижу, но буду пробовать. Очень плохая кучность. Зрение не к черту. Что есть, то есть, как говорится. Это же не какой-то суперспортивный специальный отстрел. Это просто подряд я стреляю из всех винтовок в тире. У меня осталось 10 минут до конца. Как-нибудь настрелял, это называется. Здесь все то же самое, только пули Heights 1.72, а дистанция 50 метров, прицел такой же. Вот на лешем этот прицел очень гармонично смотрится. 2.12 на 44. Так. Какую мишень я еще не испортил?
Это ужасно на самом деле. Давайте еще разочек. Магазин я выпустил. С Лешего что-то кошмарное получилось на самом деле. Видимо, скорости не совсем подходящие к этим пулям. Вот. Давайте я остановлю мишень и попробую второй магазин. Может быть, что-то более весомое получится. Удобная прикладка после егерей. Так. Такой же ужас. Такой же просто кошмар. Посмотрим, что там у нас получилось. Пули, кстати, экспансивные. У них интересная такая голова. Значит, ну, с егерей самую лучшую группу я могу выделить эту. Это, по-моему, вторая колба булка на прицеле 3.18. А складной приклад, это, наверное, 2 сантиметра, здесь 1,5 сантиметра. Плохая группа, чудовищная. Ну и вот с Лешего получается вот по магазину в каждый сантиметров, наверное, по 7 такие голимые группы. Вот. Если сравнивать, что было на пристрелке, была группа такая, которую, как говорится, не стыдно показать. А, ну это на другом листе. Ну вот, собственно, что у нас есть. Все винтовки в наличии в охотника.нет.